Привет, любимые мои. Нелли, а отличаются ли ЖМЖ и чем именно они отличаются, когда к паре приходит девушка для ЖМЖ и когда все трое просто знакомые, никто из них не состоит в паре из тех, кто участвует в этом ЖМЖ? Вот такой вот вопрос мне задали на YouTube. И прежде чем я начну отвечать, приглашаю вас подписаться на мой телеграм-канал, ссылка под видео в описании и в подсказках. Переходите, пожалуйста, там мы поднимаем еще более интимные темы, чем здесь на YouTube в связи с цензурой. Так, у меня, конечно же, был опыт, и когда я была приглашенная девушка к паре, и когда я состояла в паре, и мы приглашали с моим мужчиной девушек. И когда это были ЖМЖ, где, в принципе, никто ни с кем не состоял в паре. Кстати, знаете, какой у меня еще даже ЖМЖ был? Когда у меня была девушка, в которую я была влюблена, и мы как бы с ней были парой, ну, мы были не серьезной парой, потому что мои отношения с девушками, кроме одного случая, когда я жила с лесби, они не носили более такой дружеский характер. То есть мы были просто подруги, которые иногда могли еще чем-то таким позаниматься. То есть какой-то прям такой серьезности, трагизма не было. Но вот была подруга, в которую я была влюблена, но без серьезности. Конечно, я не хотела выйти за нее замуж или жениться. Я не хотела с ней жить вместе. Я не хотела вот какие-то такие прям серьезные отношения. Но вот какие-то очень яркие эмоции, что-то такое вот состояние влюбленности по отношению к ней у меня было. И вот у меня даже были ЖМЖ, когда мы с ней вроде бы как пара, да? Ну, по крайней мере, хотя бы одна из нас была влюблена. И у нас был приглашенный в пару мужчина. Вот так вот было. И, конечно же, разница между этими четырьмя видами ЖМЖ. Четырьмя? Да, четырьмя. Она достаточно существенная. Самый лично для меня такой слабый эмоциональный вариант, в котором минимум интересного происходит, он такой максимально холодный вариант, это когда все трое участников, девушка, мужчина, вот мы все, ну, просто знакомые и не состоим ни в каких отношениях друг к другу, и у нас нет никаких чувств между собой друг к другу. Это самый такой примитивный, холодный и эмоционально ненасыщенный вариант ЖМЖ. В нем есть какие-то свои плюсы, какое-то свое удовольствие. Но, конечно же, если выбирать между вот этими четырьмя разновидностями ЖМЖ, то он такой самый простенький. Но я точно знаю, что очень многие женщины сказали бы, что они не могут позволить себе ЖМЖ, когда они со своим мужчиной приглашают какую-то девушку, потому что они будут очень-очень ревновать. То есть для них это обязательно негативные эмоции, очень сильный негатив. Может быть, они бы смогли быть приглашенными в пару, но там тоже есть свои нюансы, что они не хотят быть игрушкой для этой пары, они не хотят быть использованной. И вот для таких девушек, получается, вот эти оба варианта болезненны, да? И как раз тот случай, когда вообще все друг другу чужие и все не состоят в отношениях, вот такой ЖМЖ, вот просто ради интереса хотя бы попробовать, а что это такое, как-то реализовать свою бисексуальность. Вот они скажут, что вот он для них максимально приемлемый, потому что они не испытывают негатива. То есть во всех остальных случаях у них сильный негатив. А здесь они хотя бы, ну,
ну, что-то получают. Они не получают хотя бы негатива и, конечно же, способны вычленить какие-то плюсы для себя. Но лично для меня вот те остальные три варианта, когда между какими-то участниками есть чувства между собой, они для меня не несут существенного негатива. Может быть, иногда какая-то небольшая ревность, но она слишком несущественная, и она не перекрывает все те плюсы, весь тот коктейль позитивных эмоций, которые я получаю. И самый-самый-самый лучший для меня ЖМЖ, в которых я испытывала просто максимум удовольствия, это как раз ЖМЖ, когда я со своим мужчиной или мужем приглашаю к нам, или мы приглашаем к нам третью девушку. То есть, во-первых, мои чувства к мужу при этом очень сильно усиливались всегда. Немножко ревности в это все подмешивалось, конечно же. И вот создавался такой коктейль таких очень-очень сильных и ярких эмоций. То есть вот для меня вот такой расклад, он был самый-самый эмоциональный, намного круче, чем вот когда вообще никто никого, никто никому ничего не чувствует. Очень неплохо было, в принципе, но это уже на втором месте по насыщенности, вот когда я со своей девушкой любимой участвовала в ЖМЖ. Вот там тоже было достаточно много таких интересных эмоций. Они были не похожи на те эмоции, которые я испытывала в паре с мужчиной или мужем. Они были такие немножко другие. Но они были, наверное, более какие-то нежные, более любовательные, более жертвенные, что ли, даже что-то мне такое слово в голову пришло. Знаете почему? Я просто не могу подобрать другое слово, потому что когда я с мужчиной, я в принципе привыкла получать удовольствие, то есть я такая больше эгоистка. А когда я в отношении с женщиной, тем более с женщиной, в которую я влюблена, я больше настроена на то, чтобы отдавать, на то, чтобы жить ее удовольствием. И вот в этом и разница в ЖМЖ тоже была. Когда я с любимым мужчиной, когда я с любимой женщиной, мои эмоции были немного другие, и сама настройка на то, что происходило, она тоже была совершенно другой. И вот на третьем месте это ЖМЖ, когда я была приглашенная в пару. Причем бывали такие ЖМЖ, как бы не очень, почти на уровне вот этих ситуаций, когда никто друг друга не знает. Наверное, это случалось в тех случаях, когда между парой уже отношения были какие-то такие прохладные, и это чувствовалось. Вот самый большой кайф был с парами, у которых были такие очень классные, крепкие отношения. Было очевидно, что они прям такие партнеры-партнеры, они прям вот срослись корнями, вот они настолько близки друг с другом. И вот с такими парами был самый большой кайф. Вот такое какое-то ощущение расслабленности, доверия, принятия и ими друг друга, и ими всей ситуации, меня. И вот это было самое большое удовольствие. Были такие пары, в которых был уже какой-то надлом, надрыв в отношениях. И там, да, там тоже вот как-то такая неуютность чувствовалась, это было не очень. Вот очень, да, очень многое зависит, в ЖМЖ очень многое зависит от отношений между людьми в паре. Вот если так с парой встречаешься, вот что вообще между ними происходит. Либо они тебя накрывают вот этим куполом своей любви, и это такое просто, эта любовь очень сильно усиливается, и ты в ней купаешься. Либо между ними что-то совсем еле тлеет, они эту искру пытаются высечь об тебя, и тогда так себе. И еще, знаете, какой минус был в тех же ЖМЖ, когда я была приглашенная девушка в пару? Я об этом уже говорила в своих роликах. Очень часто
женщины ставили ограничения, что мужу почти ничего нельзя со мной. Ну, может там прикоснуться, иногда можно было в губы поцеловаться, иногда можно было куни. Но очень часто пенетрация была под запретом. В принципе, меня это устраивало, потому что найти просто мужчину для меня было не проблемой, а ситуация вот именно с парой, она имела свой особый колорит, поэтому я, ну, как бы соглашалась на такие варианты. И просто найти девушку тоже не всегда было быстро и легко. И если это была девушка в паре, но парень не должен был в меня проникать, ничего такого особого со мной делать, ну окей, хорошо, у меня же есть контакт с девушкой, в принципе, практически ради этого все и затевалось. И из-за того, что это было такой вот неполный ЖМЖ какой-то, вот этот какой-то контроль со стороны девушки, вот эти ограничения, они, конечно, немножко смазывали ситуацию. И еще было неприятно то, что мужчины очень часто после таких вот не до ЖМЖ хотели встретиться отдельно. Поэтому я уже говорила в своих роликах, не делайте так, пожалуйста. Если у вас уже идет ЖМЖ, пусть он делает все, что он хочет. Иначе вы его как бы подразнили, дали ему лизнуть кость, но не дали ее сгрызть. У него такое ощущение недоделанности возникает. Вот не надо так делать, вы только себе хуже делаете, вы яму эту роете. Намного больше шансов, что он потеряет интерес к девушке, с которой у него будет полноценный ЖМЖ, он сделает с ней все, что хочет в вашем присутствии, ну, успокоится, удовлетворится. И, ну, бывают случаи, когда все равно он предлагает ей потом встречаться отдельно. Такое тоже бывает. Но намного реже, чем когда вы ему вообще ничего не дали и не позволили. Понимаете? И вот это тоже так как-то вот смазывало. Иногда возникал такой неприятный осадочек. У меня был восхитительнейший ЖМЖ с семейной парой, которые были уже 20 лет в отношениях. Но они, им не было больше 40, ей было на тот момент, по-моему, 36. Просто у них отношения начались, когда ей было 16. Поэтому они уже тут в 20 лет в отношениях, из них 10 лет в браке. А, нет, в браке больше они были, не 10. Это они в свинге были 10 лет. Извините, запуталась. В общем, и вот, представьте, 20 лет вместе люди. И вот между ними такой коннект был, и они уже достаточно опытные были, то есть у них были разные эксперименты до меня. И вот, вот это был такой самый-самый кайфовый ЖМЖ, где я была приглашенной в пару. И там не было никаких ограничений, у нее не было никакой ревности. Боже, она уже за 20 лет вот так изучила. Они уже через уже за 10 лет кучу разных ЖМЖ, МЖМ, свингов перепробовали. И открытые отношения попробовали. В общем, чего они только не попробовали. И вот уже было такое доверие, такая расслабленность. И вот тогда я вот прям реально кайфанула. Это был один из моих, ну, не так, ну, это не в молодости, не в 19 лет было. Это было как раз вот 3 или 4 года назад, да, этот ЖМЖ был. Вот это то, что вот я бы выделила как лучший ЖМЖ среди тех людей, где я была приглашенной в пару. Но чаще всего, конечно же, это были более смазанные такие вещи. То ревность, то какие-то у них разборки между собой, то запреты, ограничения, то вот эти вот приглашения меня потом встретиться отдельно от жены или его женщины. В общем, вот это все так накладывало неприятные такие моментики. Поэтому вот такой у меня рейтинг, но он не может быть распространен на всех людей. Если у меня так, это не значит, что у всех так. Кто-то, наоборот, скажет, я вот приглашенной в пару готова быть, а со своим мужчиной не хочу и не могу, потому что я буду его ревновать. Кто-то скажет, что... Ну, в общем, очень разные могут быть, да, варианты. Кто-то скажет, что вот только со своим мужчиной я хочу ЖМЖ, а все остальные варианты я вообще не приемлю, потому что не вижу в них смысла. То есть какой мне смысл быть с парой приглашенной в пару?
Зачем? Вот, а я вот со своим мужчиной, когда я делаю, ну, участвую в ЖМЖ, то я вот доставляю ему удовольствие, и есть какой-то смысл всего этого мероприятия. Поэтому вот абсолютно все люди сделают вам разный расклад, разный рейтинг вот этих видов ЖМЖ. И у всех будет разный опыт. Он не будет совпадать с моим, потому что, ну, вот я вот такие ситуации притягивала, у меня вот так это происходило. А у кого-то будет совершенно по-другому. Поэтому то, что я вам рассказала в этом видео, не держите как какой-то эталон. И вот, вот так, как я рассказала, оно вообще не у всех. Это у меня так. Вот в этих вот всяких групповых вариантов вы даже не представляете себе, насколько по-разному у людей отношение вот к этим всем нюансам, насколько разные им люди попадаются, пары, ситуации, в которых они оказываются, такие разные. Вот это все такое индивидуальное. Вот это какому-то определенному типу человека вот везет все время на какие-то определенные ситуации в групповом сексе, понимаете, в какие-то четкие расклады по тем же ЖМЖ. Вот у меня вот так, но это вообще не у всех так. Делитесь, пожалуйста, в комментариях, а как у вас, какой у вас рейтинг ЖМЖ, какие варианты вам больше нравятся. Не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, ссылка под видео в описании и в подсказках. Я всех люблю, целую, пока-пока.